обеспечить чистой питьевой водой 665 тысяч жителей краевой столицы и пригорода – ежедневная задача Барнаульского водоканала. На предприятии трудятся больше 1000 специалистов. Профессиональный праздник – День работника жилищно-коммунального хозяйства – лучших наградили. Хотел бы поздравить коллектив нашего предприятия и всех коммунальщиков, которые работают в основном, конечно, в городе Барнауле, которых не замечают и, наверное, нам приятно, что нас не замечают. Потому что когда нас замечают, значит, это какая-то нештатная ситуация, которая привела к тому, что у людей исчезла вода. Но даже в этих ситуациях сотрудники, коллектив предприятия всегда старается минимизировать сроки устранения аварий и по факту не допускать их. 113 сотрудникам вручили награды. Одна из них, Ирина Сафронова, попала на доску почета и получила звание «Наставник года». Женщина совмещает с основными обязанностями помощь сотрудникам Барнаульского коммунального предприятия по вопросам бухгалтерии. Ирина работала в отделе 25 лет, а в 2020-м его расформировали, перенесли в федеральный центр. Я всегда любила свою работу. Сейчас получаю колоссальное удовольствие от того, что могу помочь людям. Когда возникают какие-то проблемы и вопросы, не могу сами решить, они обращаются ко мне. Да, мне это интересно. Поздравили и поблагодарили за работу коммунальщиков. Администрация края, города, районов, АКЗС, федеральный и региональный Минстрой, руководство группы компании «Росводоканал» и родное предприятие. Анна Москаленко, Сергей Балуев. Новости.